Привет, друзья! Обычно всегда всем желаю лета, хорошего настроения, побольше загорать солнышко, но, посмотрев на мое лицо, рекомендую носить кепочки, прятаться в тенечке, либо равномерно загорать, потому что будет вот так вот все. Вот так вот походы сказываются, без зонтиков. А сегодня у нас на обзоре прекрасная певица Мадонна с шикарным альбомом. Для меня это самый любимый альбом именно у этой певицы, хотя у нее альбомов именно бриллиантовых, золотых, платиновых немерено. И есть альбомы, которые любят достаточно больше, чем этот. Но для меня именно этот альбом является номер один. Поэтому я его недавно приобрел. Это переиздание, которое вышло буквально вот недавно. Те, кто любит этот альбом, в принципе, сразу скажу, рекомендую к покупке, пока он еще есть. Это вроде как лимитки, даже если я не ошибаюсь. Да, так и написано, лимитированная версия. На обложке нас встречает сама певица Мадонна. Об этом нам указывает ее логотип, название. И название альбома. Также стикер, который мне не очень понравился, приклеен прямо на обложку. То есть это не пленочка, он уже открытый у меня. Gatefold. Прямо сюда забабахали. Наверное, можно его оторвать, но я рисковать не стал. Кусок обложки оторвет. На нем написано, что это лимитированная версия, Limited Edition, Pink винил, это розовый винил. И madonna.com, это сайт и номер серийный данного издания. На обратной стороне нога Мадонны. Давайте поближе покажу. Так говорят, все видно. Опять же, название альбома и трек-лист. Сторона 1, сторона 2. Немножко данных об альбоме, штрих-код, лейбл. На всякий случай тоже поближе покажу. Напоминаю, это Gatefold, разворот. Здесь Мадонна у нас. Красавица, посмотрите, какая классная. И выходные данные с альбома. Люди, принимавшие участие в записи. Все как обычно. Все хорошо видно. Решили разнообразить. Последний обзор у нас Тиеста с электронной музыки. Думали сегодня какой-нибудь рок снять, потом подумали, а чего бы тоже не продолжить электронную музыку. Ведь у нас лето, все прекрасно. Внутри нас встречает два конверта, две пластинки. Начнем с первой. Все это лежит в белых конвертах. Антистатический конвертик, там пакетик внутри. И розовый, просто кайфовый винил. Посмотрите, какая красота. Звук записан просто прекрасно. Я не сравнивал, у меня нет старых изданий, но смотря вот на это издание, мне и первопресс не нужен, честно скажу. Записано идеально, звучит прекрасно, выглядит как, посмотрите, элегантно. Так что рекомендую всем к покупке, всем продолжать отдыхать, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, для нас это очень важно. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Внизу под видео вы найдете ссылочки на нашу группу ВКонтакте, на сайт vinylfamily.shop, там Facebook и все. Заходите, будем рады всем. До новых встреч!